отстегнули, отстегнули поводки. Не дышать. Так, Рэму сидеть. Отстегнули. Нет. Отстегнули поводок. Сел. Лежит. Команда гуляй. Гуляй. А вам команда сидеть. Да. Обратите внимание, собаки бегают, и когда бегут, ничего не видят. Если вы будете подставлять колени, то вы будете все время биты. Поэтому, во-первых, лучше стоять не по центру, а у стеночек. Вот как у Петра опытный, сразу видно. Когда носятся собаки, не нужно стоять в центре, нужно стоять у каких-то препятствий. Да, это тоже подойдет. Гекс метит, хорошо. Потому что в вашей компании могут быть разные собаки, в том числе и черный терьер. Вот если черный терьер побежит, он вас убегать не будет. Поэтому нужно, чтобы за вами была какая-то конструкция, которую он видит лучше, чем человека. Поэтому всегда следите за этим, потому что они в игре, они в драйве, им не до нас. Им здорово, и они побегут, колено вам зацепит костью, и будет больно. Зачем это нужно? Хорошо, а зимой вообще подучесть хозяев в игре собак почему-то очень высока, до 70% доходит. Потом хожу после урока, собираю их. Так, замечательно. Ну что, вроде все доброжелательно. Давайте тогда попробуем спустить. Он у нас единственный, кто порыкивает-то, поэтому все остальные-то у нас спокойные. Хорошо. Тай, отпустите быстрее, да-да-да. Отпускайте. Скорей, 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 скорей. Да. Хорошо, что сказали, играй, не забыли, молодцы. Но пускать надо быстрее, иначе вы как бы травите собаку, а у вас склонен к этому. Вы его начнете травить, и он как бы вылетит и укусит на нервной почве. Не потому, что он злой, а потому, что вы его как бы подтравили немножко. Не специально, естественно, но вот старайтесь с мягкого поводка пускать. Сейчас у вас не было шансов, я на вас давила, но лучше с мягкого. Вот как мы делаем. Отстегнули, посидели, дзен поймали, отпустили. Это очень важный элемент общения с собаками, как элемент урока. Ну, понятно, кто у нас лидер, так сказать, кто у нас король лев-то. Это понятно. Но смотрите, он очень аккуратно, нежно. Рэму повезло с ним очень. Угу. Говорит, давай я тебе хвост оторву. Почему он у тебя не закручивается? Ты что, болеешь? Говорит, не болею я, говорит, здоров, как бык. Хорошо, какая у нас концентрация собак-то на одном квадратном метре. Красотища! Хаси и Акита очень сходно играют, любят друг друга покусывать за воротник. И держать после этого еще. Да, барон говорит, здесь что у нас происходит? Говорит, я король лев. Чем больше я смотрю, тем больше убеждаюсь, социализация в игре очень важна для собак. Очень нужно, чтобы они, конечно, играли. Команда, гуляйте! Вы будете много играть, поскольку у вас у всех щенки, да? Ну, кто может отпустить, там, у кого есть условия. Значит, первое главное правило, никогда не отвлекайтесь на хозяев, не трындите с ними. Ни про поводки, ни про ошейники. Всегда следите за собакой. Породы, которые у вас сейчас на площадке, достаточно непредсказуемые. От игры до атаки может быть очень мало времени. Не пропустите момент возбуждения, будьте поблизости, следите за этим. Особенно Акиты это касается. Теперь по поводу игры. Когда мы стоим и молчим, собаки предоставлены сами себе. Когда собаки играют, время от времени, конечно, не постоянно, как радио, но время от времени старайтесь все-таки быть с ними в этот момент и говорить, например, там, не знаю, давай-давай, беги, хватай, там, ну, что-нибудь такое нейтральное, что вам в голову приходит смысл, чтобы собака играла, и у нее был в голове ваш голос. Собака ощущает ваше присутствие в этот момент, поэтому периодически какие-то слова вставляйте там, ну, или по месту, смысл этих слов практически не имеет значения, скорее он такой подбадривающий, да? Там, вставай, поднимайся, беги, играй, что-нибудь в этом роде. Чем больше у вас вот такого контакта с собакой во время игры, тем лучше, больше контакт. Ну, что мы там, Гекс? Гекс потерялся, и все не знают, куда бежать. Гекс, давай показывай маршрут. Два важных момента. Во время игры не трындим, не отвлекаемся, не рассказываем, какая у вас собака хорошая, и уж тем более не слушаем про другую. Следим сконцентрированно на этом. Еще очень важный момент, почему за собакой в игре надо следить, кроме того, что вы должны контролировать процесс, накал, эмоцию. Это еще то, что вы запоминаете, как собака себя ведет в экстремальной ситуации. Игра для собак все-таки экстремальная ситуация. Поэтому, когда будет драка, если она будет, да, собака будет вести себя примерно так же, но только агрессивно, естественно. Поэтому
как она хватает, где она находится, кого она выбирает. Это все в игре будет также видно. Поэтому эти знания для вас очень ценны, следите за этим. Поэтому я никогда не вырезаю в уроках вот этот элемент игры, что даже дома вы могли несколько раз прокрутить, посмотреть, как собака реагирует. Сейчас это не агрессия, сейчас это просто рык от удовольствия, но когда собаки бьются, они делают примерно то же, что когда играют. Призываемся главной командой, давайте на этом заканчивать. Да, и отзыв из игры тоже очень важен, пожалуйста, учитесь. Тай хорошо, Гекс отлично. Так, Рема взяли. Хорошо.